Мэр паралимпийской столицы Анатолий Пахомов рассказал о созданной безбарьерной среде. В Сочи была проделана беспрецедентная работа. Инвалидам стали доступны более 1400 объектов – больницы, школы, парки, музеи, пляжи. Но главное – улицы. На них появились рельефные желтые полосы, тактильная разметка. Говорящими стали и десятки светофоров. Пандусами и лифтами для маломобильных граждан оборудовали 44 подземных перехода. В доступности созданной среды президент паралимпийского комитета убедился лично. Он спустился на лифте в подземный переход. Ну, как? How is your impression? Very, very simple, very easy. Как отметил губернатор, в плане создания безбарьерной среды Сочи станет примером и отправной точкой для всего края. Глава региона и вице-премьер также пообщались с волонтерами, многие из них оказались из Краснодарского края. Рассказали, что работали на Олимпиаде и теперь готовятся помогать на Паралимпийских играх. Находясь здесь, в Сочи, испытывают гордость за страну.